Текстильное производство считается наиболее важной отраслью легкой промышленности Узбекистана. Это один из перспективных секторов экономики для привлечения инвестиций и внедрения инноваций. 5 сентября начали свою работу две международные выставки – КАИТМИ и УЗТЕКСТАЙЛЭКСПО. Совместное их проведение дало посетителям и участникам ознакомиться с полным циклом текстильного производства – от пряжи до готовой швейной продукции. Торжественное открытие мероприятия началось с выступления заместителя премьер-министра Узбекистана Надыра Атаджанова. Он отметил, что данное событие открывает новые возможности для привлечения в страну передовых технологий и налаживания взаимовыгодного сотрудничества в текстильной отрасли. В этом году текстильные выставки заняли все выставочные павильоны УЗЭкспоцентра. Свыше 400 компаний из 25 стран мира прибыли в нашу страну для презентации собственного оборудования и технологий. Участники международной выставки КАИТМИ продемонстрировали лучшие технологические разработки для текстильного и швейного производства. Среди них представители компаний из Германии, Индии, Турции, Китая, Италии, Швейцарии, России, Франции, Казахстана, Испании и другие. Основная цель нашего участия в выставке – это повышение интереса компаниям из Германии и дальнейшая поставка текстильного оборудования в Узбекистан. Многие наши компании открыли здесь свои представительства и сервисные центры. В рамках проведения мастер-классов была продемонстрирована работа швейных, предельных и вышивальных машин как отечественного, так и зарубежного производства. Выставка текстильной и модной индустрии УЗТЕКСТАЙЛЭКСПО собрала на своей площадке производителей хлопчатобумажной пряжи, трикотажного полотна, фурнитуры, постельного белья, а также мужской, женской и детской одежды из экологически чистых материалов. Мы работаем в основном по 5 направлениям. Это по бейсболке, по трикотажным продукциям, спецодежда, сорочки и медодежда. У нас по производительности в день идут по бейсболкам идут 5000 в день единиц, по медицине 2000, по сорочкам также 2000 и трикотаж около 3000 в день единиц выходит. Среди иностранных участников экспозиции выделяются национальные павильоны Турции и Китая. Мы сотрудничаем с узбекскими компаниями и поставляем в Узбекистан ткацкие станки. Наш станок за сутки производит 40 килограмм материала. Стоит отметить, что состав международных участников каждый год растет пропорционально интересу зарубежных компаний к текстильной индустрии нашей страны и отечественному рынку.